И еще одна любопытная новость об отечественной промышленности. В прошлом году, рассказывая о производстве двигателей Hyundai, мы вскользь упоминали Воронежский машиностроительный завод «Тяжмехпресс», один из трех в мире, который производит тяжелые горячештамповочные прессы, на которых затем делаются современные стальные коленвалы. На самом деле, это история про сапожника без сапог, ведь детали на отечественных станках штампуются по всему миру, кроме самой России. Из-за этого, например, АвтоВАЗ вынужден закупать коленвалы для мотора H4 во Франции. Напомним, что этот двигатель из ассортимента альянса Renault-Nissan уже давно выпускают на перестроенных мощностях, где раньше делали двигатели для автомобилей АК. Притом блоки цилиндров и головки блоков свои, тольяттинские. Так вот, в подмосковной электростали через несколько месяцев должно заработать совместное предприятие «Тяжмехпресса» и воронежской дочки французской компании «Forge de Courcelles». Новый завод будет производить стальные коленвалы. Компания уже получила заказ от питерского завода Hyundai Via, которому требуется 110 тысяч коленвалов. А теперь есть подтверждение и АвтоВАЗа, которое гарантирует ежегодную закупку 250 тысяч изделий. Также идут переговоры и с другими производителями автомобилей. Это китайский Havail, что вскоре запустит собственный моторный завод, а также немецкий Volkswagen. Кроме того, интерес проявляет калужская площадка концерна Stellantis.